Новый экспресс-метод применяете у Могилевским областным супрацьохотным диспансере для выявления хворобы у детей, что опынулись у группе рызыки. Гэткий тест дозволяет распознать инфекцию на больше ранней стадии, чем традиционные методы. Какие еще новинки взяли на узброение могилевские фтизиатры, ведают наши корреспонденты. Маленький Данила рыхтуется пройти новый экспресс-тест. И он подтвердит або обвергнет подозрение на сухоты. Диаскин тест подобный на опробу манту, але небеспечную инфекцию выявляя на ранней стадии и с большей докладностью. Ну, мы просто делали плановую манту, и так как она была, оказалась у нас увеличенная, поэтому мы пришли сделать диаскин-тест, ну, для контроля. Проба манту нам показывает количество микобактерий, которые нам совершенно безопасны и не вызывают заболеваний. Диаскин-тест более специфичен, и он определяет количество активных туберкулезных палочек, которые могут вызвать заболевание у человека. Диаскин-тест выкористовывают у поликлиниках в области уже 2 года. Выник есть. Летость туберкулез выявили у 8 детей. У 7 из них диагноз подтвердил ненавито этот тест. Сучасные методы появились и у лечения. Еще пару лет назад больные с широкой лекарственной устойчивостью, практически их было нечем лечить, потому что были устойчивы ко всем антибактериальным препаратам. Последний антибиотик, который был синтезирован, это рифампицин, прошло более 40 лет. Поэтому достаточно часто вырабатывается устойчивость. Нарешті замежные специалисты распрацовали антибиотики нового поколения. Эффективность до 80%. Теперь ими лечатся и пациенты Могилевского супрацьохотного диспансера. 150 человек с 400 пациентов стационара. Кошт 2-годового курса от 2 до 20 тысяч долларов. Лечение хворые отрымливают за державные сродки. Медики нагадывают, от сухотов не застрахованы никто. Позбегнуть яе допоможе обмежевание контакта с хворыми и добрый иммунитет. Надеюсь, Мяшкевич, Василий Лысенко, Александр Артемьев, новини регион.